Не молоденький, а десятилетний. Сегодня на Петровском бульваре высадили 30 сибирских елей. Максимальная высота таких хвойных достигает 35 метров, а потом они будут расти вширь. В середине февраля активно обсуждалась с жителями санитарная обрезка деревьев на Петровском бульваре. Это была вынужденная мера для того, чтобы специализированная техника могла работать и обслуживать в зимний период Петровский бульвар. Сегодня предприятие «Зеленстрой» совместно с администрацией и депутатами города высаживают 30 елей, так скажем, взамен той обрезки, которая производилась в феврале. Ухаживать за хвойными красавицами на постоянной основе будут сотрудники «Зеленстроя». Как рассказывает главный агроном Марина Сыромятникова, молодое дерево как ребенок, поэтому очень важно его вовремя поливать и удобрять. А еще нужно уделять внимание правильной посадке. Теперь мы сделаем посадку, именно покажем людям, как должно быть. Не то, что где хотят они посадили и все. Должно быть правильное расстояние от коммуникации. Здесь идет теплотрасса. Мы сделали разметку, посмотрели выкопировку и сделали все правильно. Размерили на расстояние 6 метров. Чтобы в дальнейшем деревья прекрасно развивались. Подаренные городу сибирские ели посадили, соблюдая все необходимые нормы и правила. Надеемся, что они приживутся и десятилетиями будут радовать бийчан своим величием и красотой. Стоит отметить, что на этом озеленение города не заканчивается. В этом году молодые деревья также появятся в сквере Ленинградском и на зеленой зоне квартала АБМ, которые благоустроят в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Кристина Мелехова, Павел Сидоренко. Специально для интернет-канала «Наш лист на ладони».